В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Так, будем мы использовать для этих работ вот такие прекрасные инструменты, как линия гиб. Вот таких вот он размеров. Большая вещь, очень хорошо работает. Зарекомендовал себя. Вот. Сейчас попробуем поднять эту кромку с помощью этого инструмента. Это как акула, она пасть открывает. 250 миллиметров поднимает. Потому что надо эту линию поймать. Так. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Fife Online. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальшивой кровли. Удачи! Так. Немножко вот здесь отправим. Так, ну, линия гиба пошла. Вот отсюда еще. Так, сейчас надо поставить. Все ровно. Так, и тут тоже немножко подправим сюда. Вот, но самое интересное, что оно дает возможность вот эту линию нам, вот эту линию сделать. Вот. Вот эту линию сделать. Все это супер. Супер такая вещь, суперская просто. Единственное, вот, конечно, надо аккуратнее, тут немножко царапан. Царапал чуть-чуть. Это уже опыт. Так, самое главное, вот эта вот линия у нас все супер. Ну все, теперь осталось нам самое малое. Сейчас поднимем кромки. Так, немножко сейчас. Так, сплюем. Не особо. Не расплюем, что же потом. Фальц онлайн для новичков. Где научиться, как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста-практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами.
учитесь с нами, зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы. Главное, это кругом. Так, рубается у нас вот здесь. Спасибо, линия ГИП. Здорово помог. Всегда надо иметь. Так, что можно делать? Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц. Такие как окончание гребня, два варианта. Полукруг и под 45 градусов. Примыкание рядового, 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компании Кэмье, то есть фирмы, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Фальц онлайн. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальцевой кровли. Удачи! В феврале этого года в колледже животных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта в судействе молодежной команды, которую подготовили для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр.
Так, что я... Вот у нас реперная точка. Так. Ты у нас... Она же должна сюда отгибаться, правильно? Вот. Мы ее отогнули. Выровняли так, что и не видно. Так, хорошо. Чуба. Чуба, где наше чудо? Гиб. Главное, чтобы палец не зажать. Даже на палец этот крокодил. Так, вот так вот моя. Чтобы эта линия совпала. О. Вот так вот. Чуть-чуть. Много не надо. Спасибо, ленигиб. Так, отлично. Супер гнет вообще. Помощник. О! Теперь уже наши люди. Так, сейчас броня. Так, ну вот теперь можно спокойно ее поднимать. Сто поднимает это. Так, ну вот. Что-то настало. Все, вот хорошо работает. Так, о. О, родная пошла. Нашла родная. Так, теперь у нас линия такая серьезная. Ну, теперь ее можно отгибать. Так. Гибается у нас. Не забываем, что у нас линия гиба. Не это. Так, линия гиба у нас совсем не туда. Все, нет, все правильно. Она у нас приподнялась. Вот у нас идет это. Так что у нас все правильно. Так, все правильно. Каракарум. Вот так вот на уголке. Рукой. Надо проверить, чтобы все правильно было. Так, чтобы все правильно было. Так, что-то немножко. Немножко вот здесь вот завалилось. Так. Так, вот это место сейчас
Немножко подправить надо. Так, чуть-чуть я отправить. Сейчас посмотрим. Так, понимаю. А теперь соскакивай чуть-чуть. Чтобы это место четко совпало. И у меня карандашка. Это место должно четко совпадать. Чтобы мы сделали все правильно. Так вот. Так вот. Ну, вот теперь можно. Нормально здесь. Хотя, что торопиться, нам еще здесь подрезать придется. Это более-менее мне нравится. Все совпало. Совпало. Сейчас немножко подректуем до 700. Так, не дает. Так. Поровняй, просто поровняй, баба. Это у нас какая-то вся замыленная. Так. Ну, вот такая получается у нас картина. Ну, что у нас вот это место? Это место. Сейчас нужен карандаш. Значит, что у нас получается? Что у нас получается? У нас получается вот это вот место, видите? Вот, то есть мы ее все как бы сделали. Вот у нас 35, тут 70 у нас мы отложили, да? 70, 35 сверху, 35 снизу, вертикально, горизонтально. И вот эта часть, теперь нам надо сопряжение сделать. Вот, сопряжение вот этих двух линий.